Так, ми їхали там в районі 16 годин кожного дня. Звіринецька брама. Ти так хвалиш свій велосипед. Розкажи, чим він особливий. Знайомтеся, це мій підписчик. Віктор. Віктор. Ёлки-палки, велотурист кровець. Офігеть. У нього електронна коробка передач. Смотрите, какое зеркало мне подарил Виктор. Да, Коля, Коля, под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь. Все, обнимашечка. Покеда. Спасибо вам за гостеприимство. Ну, поехал. Пока. Давай. Да, вот это я снимаю, как ты отвечаешь. Итак, 3 дня и 4 ночи я провел Щерець. Это Львовская область, от Львова тут 22 километра приблизительно. Сейчас я буду обратно ехать во Львов, а дальше в сторону Червонограда. Новый день и новые приключения. Поехали! 6 утра. Солнышко там где-то на горизонте поднимается. Красивое такое небо. Облака направлены в сторону моего пути. То есть ветер попутный будет. Ну, близко к этому. Это хорошо. Выехал в 6 утра. Хотел позже. Ну, получилось как всегда. Машин очень мало, не жарко. Вот почему я люблю утро. А еще нету сильного ветра. Ну, в этом случае, конечно, может он мне помочь, если он попутный. Но все равно без ветра тоже неплохо. Небольшой городок Пустомытель. Но тут есть велодорожка, и справа, и слева. Пока машин нету, я просто рядом еду. Здесь вообще людей очень много на велосипедах ездят. Как используют велосипед как транспортное средство. Ну, некоторые как развлекательное. Да, тут надо вырулить еще, чтобы дорожка прямо врезается в столб. Стоят зерновозы и множество голубей. Позавтракать прилетели. Вот он и Львів. Якийсь тут замок. О, ще й двері відчинені. Давай хоч сфоткаємо. Красота. Оказалось, то здание какой-то полиции. Ну, административно, я не знаю точно, полиция или нет. Но снимать там нельзя было. Ось и оперный театр.
Добрий день. Добрий день. Теж займаюся велоспортом, от їздили в червні в Польщі. Як звуть тебе? Ігор. Добре, мене Микола. Тобі приємно ще раз. Їздили в червні в Польщу, їздили 800 кілометрів в підтримку українських пожежних рятувальників. Організовували польські пожежні. Ми за три дні приїхали 800 кілометрів. Ти пожежник? Так. Да? Так, я рятувальник. А, МЧС. МНС. ДСНС, точніше. ДСНС. Так, раніше було МНС. Так, от і ми їздили, збирали гуманітарну допомогу, яка відправилась на Херсон. Ну, тобто в ті області. А вас в Польщу випускають, да? Ну, ми їхали як в робоче відрядження. Оце організували польські пожежні для українських пожежних. Відповідно, надіслали запрошення і нас відправили як офіційне відрядження. От, ми кожного дня там проїжджали по 300, 320, 310, останній день було 200 кілометрів. Тут теж було цікаво, їхали з Варшави і до Мальборка. Ну, ви ж без нічого, чисто... Так, сам велосипед. А багаж на машині, так? Багаж, так, ззаді їхав в бусі. Ну, машина десь... сопровождення. Так. Там у нас була окрема машина польських військових, які збирали ту всю гуманітарну допомогу, така вантажівка велика. От, і решта ми самі їхали не тільки. Ну, їхали самі то без багажу, бо це було таким... Ми, по-перше, їхали швидко, по-друге, заїжджали там в кожне місто, з людьми там віталися, люди нас зустрічали. Ну, така атракція була приємна. Проїжджали там через такі і маленькі, і великі міста. Людям подобалось, що в їхні міста в'їжджає така наш фелетон. От. Ну, і нам було дуже цікаво і приємно, що польські колеги нас так підтримують. Якщо в кожному місті зупинятись, то багато часу треба. Ну, так, ми їхали там в районі 16 годин кожного дня. Ну, тобто ми приїжджали там буквально 10 хвилин, подякували їм. Там поки ті працівники і військові разом загружали ті автомобілі, ми вже виїжджали далі. Вони потім на автомобілі доганяли нас і заїжджали в наступне місто. Тобто нас на місто приблизно там хвилин 15-20, або в тих точках, де ми мали робити основні прийоми їжі, то було трошки довше. О, яка церква! Яйцо! Колоколять вдома. Я тебе не впізнав здалечі. Привіт. Я думав, ти по дорожці будеш їхати. Да, тут асфальт поганий. Я понял. Ну, з цієї сторони дорожка краще. Можна по цій сторони поїхати. Андрій виїхав мені навстречу, щоб немножко проводити мене. Смотрите, какая машина. Велоремонт, запчасти та аксессуары. Целый автомобиль. Продажа велосипеда. Веломагазин, велосипеды, запчасти, аксессуары. Воскресенье с 10. Ты мог бы в таком магазине себе каретку посмотреть, чтобы спросить за каретку. Так каретка у меня ж есть уже. Вот это могилы с флагами, это похоронены погибшие бойцы. Жовква. Тут и АТБ рядом есть. Это центральная площадь. Вот тут часть стены какой-то старинной. Давай подымемся. Да, это было
стены крепости. Ух, какие! С камней сделано. Это похоже, как бетон такой. Но камни, конечно, не подгоняли друг под друга, чисто ложили как попало. Поедем вон там вот старинное сооружение. О, туда еще въехать можно. Памятная архитектура. Ага. Вон табличка. Я вижу. Звиринецька брама. Это какой век у нас? 15-й, 16-й, 17-й век, да? 1600 лет. Ну да, реставрируют. Тут даже тропинку сюда реставрируют. Вот это и есть этот замок. Он здоровый. Музей, замок-музей. Субота, неділя з 10 годин. Что-то покосилось вверху это. Штырь. Ух, такие шлемы. Тут машины по очереди проезжают. Памятник архитектуры, синагога. Что там написано? Вылочку читай. Церковь, да, да. Храм. Старый. Ты это хвалишь свой велосипед? Расскажи, чем он особенный? Накат хороший. Во-первых, это трек. 970-й. Рама. США. Тут еще паяные. Вилка не родная. Ну, вилка, ладно. Не родная, видишь, вот, но зато вот благодаря тому, что она такой формы, у него хороший накат. Ручки такие, как у меня. Скоро облезут. Но это не Эргон, это вот эта фирма такая. Она, кстати, Гринсайкл называется. Потому что эргоны, они быстро липкие становятся. Угу. Вообще бы здесь была резьбовая рулевая, а я переделал ее на ахет. Я вижу, тут удлинял. Да. Я себе тоже сейчас собираю такой вот, как у тебя. Буду собирать. Только на хромоле. 26-е колеса. Да. Рад был тебя видеть. Желаю тебе, как сказать, счастливой дороги. Ты тоже счастливо. Да. Меня прокатил фактически километров 40. Сейчас назад вернусь. Да. Ну давай. Все, пока. Пока. Давай, пока. Ветер поменялся, стал сильным и боковым. Я въезжаю в Туринка. Туринка. Вот ветер как дует. Чистят обочину. Червоноградский район. Местность здесь такая ровная, нет никаких гор, ни впадин, все ровное, поэтому и ветер дует сильный. Аисты пасутся на поле.
и вороны. Рава Руська, 32 километра. Вот тут. Ты что, ты меня прижмешь или что? Рава Руська — это пограничный переход границы с Польшей. Який шусер маши рукой. Ну ты великий дядько. Да. О, да ты тоже не маленький. Да? Ну я стараюсь. А ты на шоссере ездишь? Ну это у меня шоссер. И еще есть два частых колеса. Знакомьтесь, это мой подписчик. Виктор. Виктор. From Червоноград. Выехал на встречу, чтобы проводить. Ну, встретить и проводить. Черный лес. Да. Всякие легенды ходят, что здесь. Что страшное, да? Что страшное, да. Баба Яга. Коня. А там леший водится. И Баба Яга. Река Болотня. Виктор говорит, что тут была дорога такая страшная, с огромными ямами. А сейчас, смотрите, идеально. Дорог хороших все больше и больше. Вот это село не зря Горняк называется. Здесь вот шахта есть. Рабочая шахта. Сейчас покажу. Вот она. Шахта номер 3, да? Я же в угольной промышленности работаю. Червоноград! Чуть не Червоноградинуса. Шахтер Червоноград. Вот это мост необычный, он очень старинный. И вот тут, если его переехать, вот здесь была уже Польша. То есть это территория Польши была раньше. До 1951 года здесь была Польша. Там семейство лебедей. Лебеди живут? Лебеди, да. Как это называется? Палат Потоцкого. Ну, видно, такое вот старинное здесь такое. Это как крепость. 700 какой-то год. Я вас приветствую. Привет. Откуда? С Коваля на Львів. Вадим. Мы зараз сильно накатаем по этому. Замок дивилась? А? Замок дивилась. Ёлки-палки, Володарь Скравець. Офигеть. Я тільки розповідав, я ж вас підписник. Тобі розказував, що про велетириста Кравця. Як звуть? Олександр. А ви в курсі, ви може і бачили, в мене є канал теж. Да, може бути. І є такі, я бачив у вас з цим велоштурман. Олександр, він існує. Велетирист Кравець. У мене такі маленькі свій. То про нас, про що розказують кожну катку. Він просто... Ну, та вас багато тут. А, ви думаєте, я тільки хлопцям сьогодні зранку розповідав. Це ви перші велотуристи, які ми зустрітили. Бачите, це добре. А вас що, по всій Україні? Так. Що, даже серйозно катають? Ну, ми зараз по два дні. Там вот этим забором речка Бух. Вот это мототрек. Спидвей. Да, по кругу гоняет. Ну, один из самых лучших. Черноград, ровно. А это что, для спасения, чтобы если врежется или что? Да, да. Надувают. А вот это озеро с этим сестром, оно в картах 700-х годов есть. Это принадлежало, ну, до, понятно, до палаца, ясно. Тюльпановое дерево. Да. Ой, я таких листьев даже не видел. Да. А что оно тюльпановое? Оно цветет как тюльпаны. Видишь, там эти уже позакрывались. Вон чуть выше эти. А, вижу.
Оно когда расцветает, ну реально тюльпан. Три дерева всего лишь в Украине. Одно здесь, второе на Варежа, а третье у Софиевки. Софиевки? Да, ну это так. Так кажут. Я слышал, так люди кажут, а я насправді то. Сюда можно сходить как в музей. Посмотреть. Виктор ремонтирует велосипеды. Да. У него вот мастерская здесь есть. Уже больше 10 лет занимается ремонтом велосипедов. Всякие запчасти. Ну такая мужская берлога, мужская мастерская. Смотрите, какой велосипед. Этот велосипед — это электрический велосипед. Мало того, у него электронная коробка передач, автоматическая коробка передач. Здесь у него задний фонарь, а вот здесь передний. Вот такой велосипед. А мотор вот он. И коробка передач. Вот так вот. Такие бывают велосипеды. Но он тяжелый, потому что у него внутри тут аккумуляторы. Внутри рамы. Виктор изъявил желание посмотреть мою каретку. Почему она скрипит. Ну там оказалось, там и вода, и песочек, там все есть. Виктора достало ехать, когда она скрипит, да, рядом. Да, он сзади ехал, оно скрипело. Оно вот какое, видите, что? Конечно, оно будет все это. Ну да. Я в Одессе попал под ливень и, можно сказать, плыл на велосипеде. Так что туда попала и вода, и грязь какая-то. Ну, в принципе, я везде не жалею велосипед. Везде езжу, в любую погоду, обслуживание нужно делать. Это речка Западный Бух. Видите, там есть замок разваленный. Хорошая речка, нужно бы ее остановиться. Но я поеду на одно озеро, которое мне показал Виктор. Посмотрите сзади, что там творится. Жара такая была, ветер. А сейчас ветер прекратился. И вот это такие тучи там догоняют меня. И вечером будет обязательно дождь, я смотрел. Мне еще до стоянки километров 20 ехать. Вот так, и независимый от электричества. Еще и тень во дворе. Село Скоморохи. Тучу я обогнал. Вон она. Я быстрее нее езжу.
сейчас я буду уже на озере. Да тут аншлаг. Видно, озеро суперское. Раз только тут народу и машин. Мне долго придется ждать, пока все разъедутся по домам. Ух ты, а как же тут? А как же тут? Есть туалет. Что я скажу, весьма популярное место. Людей море, машин тоже. А вот группа уже накупалась и уходит. Вот тут здесь я этого залишусь. Физкульт, привет. Команда вот целая ушла. Целая бригада, человек 20 стояли здесь. С палатками одну ночь. Так что и я буду с палаткой стоять. Вещей, конечно, у них вон палатки, коврики. Успел поставить я палатку, пока эти тучи меня догнали. Сейчас, может, дождь пойдет. Да он пойдет обязательно. Прогноз обещает 6 часов, уже 6. Буду готовить ужин, кушать и отдыхать. Накупался только что, пока солнце было. Сейчас уже солнце зашло. За тучу. Ну, как вы думаете, когда дождь пойдет, тут кто-нибудь останется? Я думаю, нет. Они все быстро разбегутся. И я останусь здесь один. Со своей палаткой и велосипедом. Смотрите, какое зеркало мне подарил Виктор. Это зеркало стеклянное, видно. И это зеркало ровное. Ну, хорошо так выставляется, можно как угодно его разворачивать. Вот так вот. И регулировать. Машина, которая далеко, ее тут только точечку видно. А на этом зеркале видно отлично автомобиль издалека. Завтра дороги я покажу. Представляете, я вспомнил, что мы с Лесей в этом месте уже останавливались. Ой, я еще думал, что-то очень знакомое место. Вот память, да? Оказывается, хорошие места они притягивают. И не один раз. Если ты находишься рядом, оно как магнитом тянет. Мы ехали с Беларуси тогда. Туда, в сторону Львова, наверное, ехали. И вот в этом месте мы ночевали. И в этом озере купались. И палатка стояла вот здесь прямо. Леся, привет! Вспоминай это место.